Доброе-доброе утречко. Слушайте, я вышла с собаками гулять, и чего-то я психанула. И вышла в футболке, а на улице дубак дубачело. Ветер просто леденющий. Я, наверное, секунду не прогуляю. Не, ну мне придется, конечно, дождаться, пока они все свои дела сделают. Но очень-очень свежо. Просто максимально свежо. Кирюха еще спит. Мы на самом деле сегодня отдыхаем и спим. Но я, слушайте, мечтала выспаться. Сегодня как по будильнику. В 7 часов утра у меня открыты глаза. Я до 8 долежала, докрутилась, довертелась, встала и пошла выпила кофе. Поубирала в квартире, пока Кира спит, собралась. И вот вышла на улицу. Сейчас приду домой, Кирюшке приготовлю завтрак. И пойду на почту, потому что мне там приехала какая-то посылочка. I don't know, но нужно пойти забрать и посмотреть, что там интересное. Может быть, это мои прикольчики приехали, которые я жду-жду для джинсов уменьшения талии. И не дождусь. Зато я знаю, кому сегодня кайфово. Это Терусику. Она даже не хекает. Она даже не бекает. Она просто наслаждается, потому что мне кажется, что для нее сейчас как раз именно температура мега-мега комфортная. Добюшка, а ты не замерз? Он не замерз, он чем-то занят, очень важными делами, сообщениями, метками и прочими собачьими делишками. Шантюська, лапуська. Интересно, куда ты меня ведешь? Мне как-то написали комментарий. Маша, сними, пожалуйста, видео. Собаки управляют тобой 24 часа. Я бы с удовольствием, но мне туда нужно 3 Маши, потому что у меня 3 абсолютно разные собаки, и они втроем всегда идут в разное место. Вот Шанти, например, туда пошла. Добби туда, Тера сюда. Тера ищет место. Все, ребятушки. Поэтому такое видео просто не получится. А по отдельности с ними гулять тоже не выйдет. Так как они по отдельности вообще совершенно другие. Они если по отдельности, то они... Если я остановлюсь, они остановятся. Если я иду, они идут только за мной. Понимаете? А вот когда они в стае, тогда они уже сами по себе. Особенно Тера. Если она гуляет с другими собаками, она вообще не боится, что она потеряется. Но когда она только со мной, вот когда мы ходим к ветеринару по отдельности, то она идет четко возле ноги и ни в коем случае никуда не отходит. Видимо, она знает, что когда она со стаей, ее обязательно найдут. А когда она сама, то она может потеряться, и ее никто не найдет. Поэтому вот такие вот дела, поэтому никак не получится. Хотя я когда-нибудь попробую. Может быть, что-то и выйдет. Но вот видите, на самом деле, можно снять видео. Добби управляет мной 24 часа, потому что он всегда идет впереди. Да. По своей траектории. У него всегда дорога именно идет через вот эти вот кусты. Там-та-да-дам-та-да-дам-там-там-та-да-дам-та-да-дам-там-там. Пришла уже домой, поставила на разморозку хачапури и поставила сейчас стирку стирать. И мне очень часто пишут комментарии: Маша, зачем ты так часто стираешь? Стирай один раз в неделю. Окей, хорошо, смотрите, я не стирала несколько дней специально для того, чтобы проверить вашу, как это говорится, вашу статистику. Если я стираю каждый день, у меня 1-2 стирки. Одна стирка белья, вторая стирка пеленки. Сегодня у меня уже 5 стирок. Я не стирала несколько дней. Это у меня черное, белое, цветное, пеленки. И это все разное. Понимаете, вот в чем разница, если я буду стирать каждый день по 2 стирки или в один день 5 стирок? Ну, я не вижу. Просто, знаете, как это говорится, от перемены мест слагаемых сумма не меняется. В любом случае будет стираться теперь сегодня с утра до самого вечера. А так у меня стирается только с утра, к вечеру уже высохло. В общем, немножко я не понимаю вот этого, вот, когда вы говорите «не стирай каждый день». Окей, не стираю, зато сегодня буду стирать просто all day.
размораживаться уже говорила. Собачек уже накормила. Бусинка там еще спит. Здесь у меня тоже уже все более-менее. Единственное, нужно вот то покрывало сейчас снять и туда постелить нормальное. Хотя, мне кажется, собакам и с этим хорошо, да? Но все равно надо все исправить, сделать красоту, ляпоту и чистоту. Вот и все. Теперь у вас красивенько и аккуратненько, да? Теперь у вас все тут просто. Наверное, я выпью еще чашечку кофе и пойду все-таки на почту. А еще мне нужно бумагу купить, туалетную. Не смейтесь, но да, надо. А чего у меня тут Добби скулит? Малыш, ты там закрылся. Иди сюда. Не заходи на балкон, а то закроешься и не выйдешь. Все, понеслось. А вот смотрите, что у меня происходит со снегом. Он вот такими вот колочками, с него выпадает шерсть. А где он, кстати? А, на месте. Я Кирюшке завтрак приготовила, чуть-чуть передержала, но нормально. Сейчас у меня там достирывается стирка, и я ее развешиваю и ухожу. Пойду посмотрю, что же мне пришло на почте. А еще я думаю зайти, попробовать еще раз в Аврору. И что? И что, скажите мне? И посмотреть, может быть, там появились еще раз эти мишки. Я очень надеюсь, я очень надеюсь. Я даже вчера под сумму ходила, и там тоже нету такого. Там даже нету без красок, то есть просто белых не продается. Но, конечно же, можно заказать на Алиэкспресс. На Алиэкспресс можно заказать все, но там нужно ждать, а я хочу сейчас. Пожелайте мне удачи, чтобы я нашла все, что мне нужно. Мне так эта удача сегодня нужна. А еще, блин, безумно холодно. Нужно было курточку одевать теплую. С удовольствием бы сейчас одела. Потому что вот одела кофточку и холодно. Жесть, как холодно. Похолодало просто жутко. Я бы даже, наверное, и пуховик одела. Вообще без проблем. В общем, вы поняли. Там ничего нет. Вообще ничего. Ах, обидненько, досадненько. Ну ладненько, ладненько. Идемте за посылочкой. Ох, сходила Маша за туалетной бумагой. Понимаете, да? Ну, зато я купила столько вкусняшек. Кира сегодня кайфанет по полной программе, если проснется. Кирюха, уже твое хачапури остыло. Уже час дня, вставай, малышка. Я думала, она уже встала и позавтракала, нет. Так, ладно, я тогда сюда, и мы со снегом будем делать распаковку. Здесь у нас, смотрите, что я взяла. Горошек, зеленый лук. Потом кабачки хочу сделать сегодня. Лично для себя кабачковых блинчиков. Блин, чеснок забыла, ладно. А, редиска, клубника. Здесь у нас нектарин, сказали, очень-очень вкусный. И тут черешенка, типа наша, не такая, конечно, огромная, большая, но всего лишь 200 гривен килограмм. Так что я взяла вот всего по чуть-чуть. Конечно же, туалетная бумага, куда без нее. И масики-кабасики, посылочка. Ну, в общем, пока Кирюха спит, не собирается просыпаться, давайте посмотрим, что там поприходило интересненького. Я где-то свой классный ножик потеряла. Не знаю, где он пропал. Но... Так... One. Two. И все. Так, давайте начнем с большой. Почему бы и нет? Сейчас посмотрим. О, что-то. Что-то из одежки. Ух ты, ух ты. Обалдеть! Это же как круто! Вы посмотрите, офигеть! Это просто бомба, пушка, нереалка. Очуметь! Боже, спасибо большое, Кира.
It's for you. It's for me. I don't know. Get up. Посмотри, крючок. Короче, обалдеть. И такой размерчик шикарнюсенький. Так, это просто спасибочки. Так, следующее. Подожди. Ты ручка, сейчас я буду все. А что у нас здесь? What is this? I don't know. I don't know. Ой, боже, все попадало. Боже, какая милота. Какая милота. Ну это все. Это просто шик. Вы только посмотрите. А, это же Добби. Ёпарасы-то. Это же Добби. А чё? Это же сережки, правильно? Я же думаю, что это сережки. Да одевайся. Когда надо, в дырку никогда ничего не попадает. Блин. Сейчас потом одену. Это просто... бомбические, масипусенькие добички. А, класс. Так, что здесь еще? Боже, спасибо. Обалдеть. А это колечко Добби. И оно еще уменьшается, что значит очень хорошо. Потому что мои пальчики... Посмотрите, какая прелесть. Боже, класс! Это еще не все. Ну все, я просто в кайфе. Это, вот это точно все для меня. Вы только посмотрите. А это у нас медальончик Добби. Любой же стороной, да, любой стороной можно. О, да, давай. А? Смотрите. Боже! Боже, спасибо! Это круто. Хочу сережки одеть. Чё они не одеваются? Где мои уши? О! Ух ты, они тут с фиксатором. Ничего себе! Ничего себе! Так, куличку. Посмотрите. Это же добюшечки. Посмотрите. Это же добюшечки. Спасибо, блин, это просто бомба, пушка, нереалка. Спасибо. Кирюшка, подымись, померяй. Не, мам, не давай мне сейчас, классно, спасибо. Ты что, проспала все, что могла? Бедненькая. Посмотрите, посмотрите, какая прелесть. Какая прелесть, ваша залетная рыба. Это просто супер. И Добби, и Кира. И везде Добби, и везде Добюшка. Да, да, я Добичку очень сильно люблю. И Кирюшечку я просто обожаю. Спасибо большое. Такая тебе огромная тёмочка и такая огромная-огромная ловушка. Это просто бомбически. Это очень-очень круто. Я довольная и счастливая. Маська, там, короче, очень много вкусняшек для тебя. Горох, черешня, нектарин, клубника. Что там еще? Редиска. И хачапури готовая. Знаешь, что здесь написано, оказывается? Справедливость от Киры. Пушка. Это разве не на спине должно быть? Нет. Это спереди должно быть.
Клёвая. А нету такого справедливость от Марички? Я же вообще очень справедливая. Ну вот это вот вообще бомба. Ну это я, конечно, Кирюхе отдаю справедливость. Её, её и ещё раз её. Что ты говоришь? С каждым днём меня бесит Добби всё сильнее и сильнее. Почему? Потому что везде Добби. Очень много Добби. Меня бесит, что его очень-очень много. Он очень везде. Много Терры по вечерам и по ночам. Она не перестает хрюкать, пукать и бегать по всей квартире. Он и на подушке, он и на худи, он и на футболке, он в жизни везде. Ну я люблю Добичку. Да, скажи, Добюшечка, я тебя люблю просто. Просто такого писюна обожаю. А ты, Русечка моя сладкая, вообще пирожочек мой. Самый дорогой. Самый дорогой пирожочек, да? Пирожочек. Ты что, ты загрустила, что тебя нету? Ты, Руська, ты всегда... Подожди, Доби. Ой, Шанти, а ты вообще? Я не знаю, Кирюша, но у тебя, конечно, сегодня завтрак просто богини Клеопатры. Понимаешь, на вкус и цвет. Приятного аппетита. Поклоняюсь пред вами. Я тебя люблю. Вкусно поела? А теперь померяй, пожалуйста. Ну я померяю, когда штаны одену. Под эту футболку. Я ее одену штаны. Я хочу, чтобы ты померяла прямо сейчас. Я просто не могу. Я прямо сейчас не хочу. Ты знаешь... Какие мне штаны одеть? Справедливость, Киры. Какие тебе штаны одеть? Ну, твои носушки, кстати, на улице прохладно. Так что я тебе советую еще и регла надеть. Просто бывает такое, что очень жарко раздеваешься, потом холодно одеваешься, так что кофту с собой черную можешь взять. Как раз черная и черную, ну, типа олимпийку, не поняла, да, с которой ты достала веревочки. Джинсы! Вот эти синие, там, где вот тут вот такие завихрюшки и тут дырки. Темно-синие, понял? Одевай. Кира, у тебя джинс миллион с тележкой, любые одевай. Все, хорошо. Хорошо. Вот эти штаны, нет, но они еще влажные, их еще не оденешь, хотя я их повесила на балкон. Снег, просыпайся, я буду стелить Кирину кровать. Не смотри, пожалуйста, на меня такими несчастными глазами. Подъем. Снег. Снежок, вставай. Вот так вот, да. Настал час икс. Показывайся. Крутяшка. А если я вот это вот одену? Можешь эту одеть? Что ты хочешь? Да не пищи. Ну, да? Нет, я думаю, она не пойдет. Я тебе советую одеть... Вообще можешь одеть вот эту джинсовую курточку. Я не знаю, что ты ее не носишь. Она очень классная. Ну так не застегивай вообще, пусть она будет расстегнута. Мне не нравится она, меня она раздражает. Даже в куртках ходят. Реально даже в куртках ходят. Да уйди ты наконец-то! Да выпусти ты его! Пусть идет на все четыре стороны. Круто. Так тоже хорошо. Обувь оденешь и будет отлично. Одень вот такую куртку, кофту. Или вот эту вообще можешь попробовать. Мне белая не нравится. Ну, тогда черную одену. Ладно, она уходит, а я, знаете, что делаю? Собираю тут горох, который я дала Добби, а Добби его не ел. И буду готовить оладушки кабачковые. Кира, конечно, их кушать 100% не будет, но буду их кушать я. А для Киры я... Кирюшка, а что для тебя приготовить? Не знаю. Я тоже не знаю. Ты никогда ничего не ешь, и я не понимаю, что, чем тебя кормить. Я не знаю, где эта черная штука.
Короче, для Киры я приготовлю... Мама. Что? Я не знаю, это черная штука. Если это на просто белую курточку. Одень. Что же мне для нее приготовить? Для этой... О, я знаю, что я для нее приготовлю. Я для нее приготовлю курицу. У меня есть крылышки. Я ей... Не крылышки, а стегна. Гумилка. Лапа куриная. Вот, наконец-то. Наконец-то я вспомнила, как это будет по-русски. Покажись. Ну да, так лучше. Белая все-таки лучше. Вот, и картошку ей сделаю. Или сварю пюрешку, или... Поджарю. Вообще легко. Буду делать жареную. Но это будет все вечером. Пока я сделаю себе сейчас кабачковых блинчиков. Очень сильно хочу. Единственное, что я совершенно не купила чеснока. Ну ладно. Будет без чеснока. Еще у меня тут мусорник стоит. Надо больше скиридать. Пусть она возьмет и мусор вынесет. Вот так вот мой день и прошел. Приготовила я оладушки с кабачков. Здесь сделала уже заправочку для салата. Тут уже подготовила картошку, чтобы жарить. И уже все перестирала. Фух. И вот там у меня размораживается курица, чтобы вечером можно было ее тоже приготовить. И это только начало, потому что вечером нужно будет все это, чтобы положить на стол. А вы говорите, вчера отдыхали, сегодня работаем, так и живем. И смотрю сейчас я очень классный сериал, потому что я извне посмотрела уже, там только 2 сезона, и я жду 7-ю серию, а есть только 6 серий 2-го сезона. То есть, получается, сериал не закончен, понимаете? И просто печалька, не закончен, как это так, на самом интересном, бах, и все. Я начала смотреть второй сериал, называется «Манифест», про то, как люди на самолете 5 лет где-то были, а для них прошло всего лишь там пару часов, и они вернулись, типа такого. И у них сейчас видения какие-то, они что-то слышат, что-то видят, но непонятно что. И вот я хочу узнать, что же они там слышат и что же они там видят. Добби, как всегда, за мной ходит, бродит, а у меня там постиралась обувь вчерашняя. Да, все постирано. Все чистенькое. Стирала второй раз Кирин кроссовок, потому что у меня бывает такое, что если стирается обувь, один кроссовок отжимается, а второй нет. Вот, так что теперь все чисто. Опачки, опачки. Сохни. И ты тоже сохни. Так, а флаг я еще пока не вешаю, потому что он Кире нужен будет на 9 июня. У нее будет какое-то выступление в школе, и ей для этого нужен флаг. То я уже думаю, повешу, когда уже все закончится. Когда уже нам что-то четко скажут, идите до дому, начинаются каникулы. Я куплю себе бутылку вина. Не куплю. Это я только мечтаю. Не куплю. Нельзя. Вот только после того, как закончится война, тогда будет можно. Сейчас нельзя. И у меня кровать до сих пор не застелена Кирюшкина. Но я, короче, пыталась оттуда снега достать. У меня ничего не получилось. И я, короче, кровать стелить сегодня не буду. Вот так вот она и будет. Кира вечером придет и просто на нее ляжет. Не хочу. Она не застелила. И я не хочу стелить. Все. Да, вот это вот иногда можно. Почему бы нет? Собираюсь пойти с собаками уже на ночную прогулку. И мне нужно найти поилку. Я обещала человеку, что я отдам поилку, которую я уже показывала. И я что-то вообще не могу вспомнить, куда я ее положила, эту поилку. Голова, два уха и Маша. Недавно я ее держала в руках. И такая, говорю сама себе, надо ее взять, чтобы же ее отдать, понимаете? И куда я ее взяла, чтобы ее отдать, я не знаю. В общем, я собираюсь потихонечку, уже собаки у меня собраны. Сейчас буду искать. Может быть, она здесь. О май гад. Еще надо будет... Что, Добби? Я ищу поилку.
Опять у меня здесь хаос. В этом... Вот здесь у меня всегда хаос. Простите, пожалуйста. Но тут у меня всегда именно так. Я не знаю, куда я делаю. Или, боже мой, мне бы мою память. Да нормальную. А, вот она. Фух. Есть, слава богу. Вот эту поилку я обещала подарить. Нормально, нормально. Память не совсем у меня того. Все типа пучком. Ха. Господи, это всего лишь едет машина. Так. Все готово. Снег, уйди, пожалуйста. Ты остаешься дома. Я одеваюсь. Добичка, ты со мной? Ты, Руся, Шантюся, вы со мной идете? Так на меня смотрите, как будто я вам что-то должна. О, и опять я ложку потеряла. Сейчас идем, Русечка. Сейчас идем. Мне уже Илья звонил, говорит, вы где? Я говорю, да. Я дома. Я немножко прилегла на полчасика. И что-то задремала. Думаю, надо все уже вставать, делать дела. Дремать нельзя. Хоть сегодня выходной, но дремать нельзя. Можно что? Идти сюда, налить чистой водички и пойти эту штуку подарить. Смотрите-ка, смотрите. Наш парковский петух гуляет. А у Добби новая хозяйка. Тебя можно показать? Вот так вот. Так что, видите, я всех сплавила и теперь спокойно гуляю с двумя свободными ручками. Ну вот и все. Теперь моя вечерняя готовка продолжается. А здесь у меня сериал, я его даже перекрикиваю. А здесь у меня готовится уже курочка. День. Вот так вот сегодня продолжается целый день. А мне, знаете что? Ша-ша-ша, мне что-то Кира звонит. Алло. Что? Не дают мне нормально приготовить еду. Один, второй, третий, четвертый. Все. Что за кипиш? А драки нет. Привет. Подожди, молчи. Она всегда так заходит домой, когда говорит на громкой связи, такая, подожди, меня слышит мама, не говори ничего. Нет, потому что ты видео включила, я не хочу, чтобы это слышали. А с кем ты разговариваешь? Я говорю с Ваней. А, Ваня, привет. Он что, меня не слышит? У меня что-то с телефоном. Ваня, привет. Я говорю? Я вот там в динамик говорю. Чтобы меня было слышно. Так, короче, дай мне свой телефон, завтра я пойду его почищу. Мне так нормально. Нет, Кира, ненормально. Потом останешься без телефона вообще. Так и будет. Так и будет. Выпусти, пожалуйста, снега. Я уже кушать почти приготовила. У тебя классная футболка. А, ну, о, спасибо. Спасибо. Ну, реально классная футболка. Обалденная, да. Да, так, и Кира купила корма снегу. И я, кстати, тоже купила корма снегу, так что у него теперь посмотрите, сколько корма. У меня здесь новая система смотреть сериал, потому что у меня всегда ноутбук стоит вот здесь, вот, но сейчас здесь горячо, потому что готовится, ну как горячо. На самом деле нет, но вот здесь вот немножко да, поэтому я поставила сюда, и мне очень даже комфортненько. И вот такой вот ужин будет. Курочка, она не горелая, это... Соус, в котором она была, короче, он какой-то такой получился. Картошечка, салатик. Ну и кто захочет, типа я... Я забыла. Надо. Пошли кушать. Заметили, да, как она со мной общается? Как? Вообще никак. Вот именно что никак. Да. Приятного аппетита. Да потому что разговариваешь. Короче, ну, все, давай пока. Ну ладно, пока ничего не поняла. Кир, я вообще тут смотрю фильм. Где? Вот. Плакса звонит. Все, ребята, я на сегодня вам скажу чаушки-какаушки.
Сёмочки, лавушки, мы ужинаем, потом я иду досматривать свою серию сериала, потому что Кира, как всегда, заходит на кухню со своим сериалом, и я не могу две сразу смотреть. А почему-то наушники не могу подключить к ноутбуку. Уже сколько пробовала, просто не видят они и все друг друга. Ну, в общем, дело такое, конечно, клевое и классно. А потом я решила сегодня залезть в ванну и сделать себе а-ля релакс на 5 секунд. Почему на 5 секунд? Потому что я в ванне больше 5 секунд лежать не могу. Ну, вот у меня такая замануха. Я ложусь, чуть-чуть полежала, стою, и все. И Кира говорит: мам, ты что, уже все? Я говорю: ага. Она такая: ну, ты даешь. Зачем ты воду набирала? Я говорю: просто так. Вот. Так что всех люблю, всех целую. Всем Тёмочки, всем лавушки. И всем пока-пока.